Кажется, в небесном локаторе не хватает одной детали. Нам понадобится замена. Я переделал вашу пусковую установку. Изрыгатель пламени уже готов к испытаниям. Комитет. Нам поступают сообщения из карантинной адской зоны у разлома Сан-Андреас. Эксперты комитета проанализировали данные со спутников и готовы с уверенностью утверждать, что альтернативно живые пытаются отбиться от атаки самого Палача Рока. Кое-кто утверждает, будто Палач Рока, или как его еще прозвали, марсианский морпех, вовсе не ангел мщения, а выдумка пропагандистов сопротивления. Объединенная аэрокосмическая корпорация продолжает отрицать его существование. Тем не менее, считается, что именно он остановил работу марсианского комплекса корпорации, разрушив Аргент башни. Мы будем следить за развитием событий. Активирован и готов к применению. Thank you.
рядом находится реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь. Thank you.
Наблюдаю рядом биополе предателя. Оставить меня в покое. Мое место здесь. Спасая своих, ты не обретешь покоя. Это лишь сделает тяжелее бремя. Идешь против воли Созидательницы. Твоему народу пора искупить грехи. Так было и с моим. Услышь, палач, когда умолкнет его сердце, душа его обретет покой. Его и моя. Следуйте к отмеченной точке. Я готовлюсь забрать вас оттуда.